Стой, кто идет? Меня Лювен послала. Как там ваши дела? Меня Лювен послала. Как там ваши дела? Давно уже пора Гертану вышвырнуть Ренвика из Терка. Барон заодно с нашими врагами, но пока у нас нет этому доказательств. А что, если бы я нашел доказательство того, что Ренвик предатель? Тогда ему был бы конец. С этим тебе не мешкая, нужно Гертану. Где Гертан? В глубине пещеры. Что ты здесь делаешь? Ты один из людей Ренвика? Отвечай, не то вместо меня заговорит сталь. Спокойней, Гертан. Меня прислала твоя сестра. Я принес письма, которые помогут вашему делу. О каких письмах идет речь? О бумагах, которые доказывают связь твоего брата с королем Робором. Неужели? Они нам пригодятся. Теперь каждый житель Стерка займет нашу сторону. Ренвику конец! Благодарю, незнакомец. Все, что мне нужно, это получить право на проход к Сильверлейку и вызволить Диего из тюрьмы. Большего не прошу. Быть посему. Даю тебе слово. А сейчас в Стюарк и поживей. Проклятье! Что стало с Риклином? Кто такой Риклин и что стряслось? Риклин один из моих лучших людей. Он ушел в нижнюю часть пещеры. Надо его разыскать. Может, разделимся? Ты займешься своим братом, а я поищу Риклина. В самом деле? Что бы мы без тебя делали? Вот и я задаю себе тот же вопрос. Thank you.
Лишь хотели выразить тебе свою благодарность. Джилви, у меня для тебя очень печальные новости. Печальные новости? Риклин мертв. Мертв? Что? Что ты намерен делать теперь? Я отправлюсь в Сильверлейк. А я поищу в долине крови своих из гильдии следопытов. Может, им нужна будет моя помощь. Эй!